Кран Пионер грузоподъемностью 2500 кг для подъема фиброцементных панелей, отгрузка со склада Станкомаш в Пермь. Компания «Станкомаш» является производителем передвижных стреловых кранов грузоподъемностью от 500 до 2500 кг. Область применения кранов разнообразна. Подъем строительных материалов и инженерного оборудования на кровлю. Монтаж перемычек, окон и облицовочных фибробетонных панелей. Погрузочно-разгрузочные работы на складах. Технические характеристики базовой модели крана Пионер грузоподъемностью 2500 кг сейчас отображены на экране. По техническому заданию клиента технический отдел компании сделал расчет и на основании расчета спроектировал лебедку с заданными характеристиками. Заказчик планирует применять кран для монтажа фиброцементных панелей массой 800 кг. Поставка была сделана оперативно, сразу с колес с завода оборудование отгрузили клиенту. Смотрите и читайте наши отчеты о конструкции и применении кранов Пионер в наших соцсетях.